Вот это. Это будущее. Это будущее, в котором мы оказались здесь, на заброшенной взлетной полосе на окраине Сан-Франциско в Калифорнии. Два гуся гуляют вдоль забора и наблюдают, как серебряное поле проезжает мимо. Мы на бывшей военно-морской станции в Аламеде. И мы здесь для того, чтобы взглянуть на люксовую модель Mercedes F015 в движении. Этот автомобиль дебютировал на CES несколько недель назад. И вызвал небывалый резонанс по нескольким причинам. Первое, машина едет сама. Вторая, она действительно выглядит как машина будущего. Мы такого еще не видели. Я надеюсь, нам дадут ее поводить сегодня. И мы не умрем, потому что эта машина не имеет права ездить по улицам. И именно поэтому мы здесь, в этом месте. Будем надеяться, что все пойдет по плану. Практически весь дизайн F015 выполнен в стиле автономного вождения. Глядя снаружи, даже сложно различить окна в корпусе авто. Они там, но на них металлическое покрытие, которое делает всю машину единым куском металла. На крыше выделяется место, где расположено высокоточное GPS-оборудование, которое не устанавливают на обычные машины. И спереди есть лазеры, которые общаются с пешеходами на улицах. Вполне себе обычная штука. Послание семье. Если я умру, то я умер за любимым делом. Я думаю. Я сижу на водительском кресле в F015, и вы можете заметить, что я сижу спиной. Это необычно для обычных машин, но в беспилотных автомобилях не нужно смотреть вперед. Вокруг у нас ЖКИ-экраны. И это тачскрины. Можно сделать много всего. Например, можно изменить скорость движения. Управлять музыкой. Можно позвонить кому-нибудь. Или изменить бэкграунд. И поставить что угодно. Например, фотографию на 360 градусов. И поворачивать в разные стороны.
Здесь раскладной столик, который доступен всем четырем пассажирам. Они могут играть в игры, то есть вы едете и развлекаетесь одновременно. И сейчас машина поворачивается, но мы для этого ничего не делаем. Машина едет сама. Руль находится буквально за мной, за моим сиденьем. Никто к нему не прикасается, мы просто поворачиваем. И вы видите, как изображение на дисплее в дверях движутся, но они никак не связаны с пейзажем за окном. Вы сами их выбираете, чтобы побывать в другой среде. Это просто фантастика, в полном смысле этого слова. Сейчас нет законов, которые разрешают использование таких автомобилей, но Mercedes ориентируется на 2030 год и называет это исследовательским автомобилем, а не концептным. Многое из того, что здесь есть, просто тестируется в надежде на то, что законы догонят их когда-нибудь, и к 2030 году мы сможем увидеть подобные машины на дорогах. Я не знаю, купил бы я себе такую машину. Но может, пока еще слишком рано судить. Может, тут дело в поколении. Может, наши дети будут ездить на машинах, которые так выглядят и работают. Они не для нас. Но тот факт, что не работают, то есть это не концепт, а настоящий автомобиль, который ездит по заброшенным площадкам, уже впечатляет.